Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Так, ну что, мы с вами заточены просто по топчику в данный момент. Но это все, согласись, цветочки с тем, что нас ожидает дальше. Дальше будет просто трэш. А почему я так говорю? А потому что, ребята, мы с вами попали на территорию Сёгуна. И здесь, как говорится, ошибки не прощаются. Давай посмотрим для начала, что мы можем с тобой. Везде невозможно, я могу только на турнир пойти, где уровень и то сложный. Поехали. Мне терять нечего, друзья мои. Так, цыганочка у нас. Сейчас, по ходу дела, эта девчуля будет мне выбивать мозг. Или я из нее буду выбивать дух. Глянем. Ну, я неплохо начал, тебе скажу. Нравится мне то, что у нас с тобой великолепные саи. Ой, цыганочка, пардончик. На-ка, ах ты жулик мелкий. На тогда тебе. Так, что она хочет сделать? Опа, промахнулась, роднули. А это не прощается, я еще раз повторяю. Это не прощается. Так, у меня есть заклинали. Тихо, тихо, роднули. Ну куда ты? Куда ты от папочки-то? Куда ты от папочки-то бежишь? Красавица-то моя. Не, ребята, перфект и все здесь. Стиль брутал. Плюс у меня есть заклинаха, могу ее бомбануть. Но я думаю, пока не стоит этого делать, да? А вот сейчас вот можно было бы... Ать, вот зря. Конечно же, я зря сделал. Почему-то мы с тобой деремся, я не пойму, где-то во льдах, что ли? Почему такая... У нас территория, как будто все люди тут замор... Это кто? Меня бросили? Блин, я пока на задний фон тут любуюсь. Меня тут, понимаешь, уже бросают вовсю. Слушай, радость моя. Может, ты завязывать уже будешь-то? А? Что ты по этому поводу? Оу, хорошечно-то как, друзья мои. Мне просто повезло. А теперь моя очередь. Да-да, отдуплись. Мне нравится. Неплохо. Мы выиграли с тобой, получаем кучу бабла и двигаемся дальше. Тебе бросили вызов. Вернись в предыдущую провинцию и сразись с ее главой за уникальное оружие. Это кто? Это вдовушка, что ли? Со своими вшивыми веерочками решила мне вызов сделать. Да я, если честно, до сих пор еще и мясника. Кстати, друзья мои, не пора ли нам с тобой сходить на мясничка? Да и прописать ему пару смачных лещей. Надеюсь, саи меня также не подведут. Просто он уже долго у нас тут висит. И, как говорится, это уже не дело. Ну-ну. А? Что, жирненький? Да, я смотрю, не нравится тебе, да, саи мои? Ух, как же, как ты смачно сейчас прописал-то мне. Да еще и я, по-моему, сейчас отдуплюсь, да, ребята? От чего отдуплюсь? Отдуплюсь, наверное, от кровотечения. Смотри, а что творит? Толстый ты этот. Ну, конечно, конечно же. Вот только так ты и мог меня пришлепнуть. Ладно, ребята, я активируюсь. Поехали. Неплохо. Я думаю, тебе... Да как ты смеешь-то, жирная тварь, а? Да вот так вот он смеет, ё-моё. Чё за дела? Я не понимаю. Блин, в тот раз я его с Яри ушатал, даже не спросил, как величать. Тут какая-то требуха начинается, просто требуха. Понимаешь? И это он еще не использует заклинание. А заклинание мы все прекрасно знаем, как у него дрожь земли, когда ты просто падаешь и все, ребята. И у тебя большую часть хп просто отнимает. Против него никакая броня не работает, ребята. Вы не думайте, тут все зависит только лишь от наших перков, которые у нас тут не работают, как мы знаем. Шанс срабатывания у них, ты прекрасно знаешь, минимальный. Поэтому вот приходится вот так вот его просто колоть. Как вот и копьем мы с тобой тогда делали. Да? Мы его просто не подпускали к себе и не давали возможности ему что-то там придумать. Какой-нибудь там бросок или еще что-нибудь. В принципе, и здесь то же самое должно было бы получиться. Оно получается. Ну, первый раунд за нами. Но не забывай, сейчас это будет трындец. То есть надо постоянно его держать впереди себя.
постоянно. Тем более не забывай, что он еще юркий при всем при этом. Не надо, парень. Хорош тут уже. Ну хватит. Ага. Тут, как говорится, кто успел, тот и в дамках. Конечно. Ну смотри, что творит. Да, не успел парень. И вот дальше продолжаем его просто вот так вот колоть. Ну-ка. Ха-ха-ха. Естественно, нам повезло, что мы с тобой когда сейчас делали заклинаху. Опа. Когда делали заклинаху, мы с тобой пригнулись. Естественно, он промахнулся своей теневой энергией. Так, 2-0. Вот это уже плохо. Вот это уже плохо, ребята. Все, он сейчас меня добьет. Быстро, всего лишь один удар. И один раз выпустил свой чакру, я так понимаю, он, да? Да неужели? У меня что-то там, ребята, активировалось. Не надо. Хорош вот прыгать-то. Вот сейчас опять, ребят, если... Вот видишь. Если он попадает тесаком, я не понимаю одного. У меня Сэй довольно быстрый вид оружия. Как он может успеть Сэем тебя пронзить? Ну вот как? Я не понимаю. Логики в этом нету. Абсолютно никакой. Ну тут еще ладно, я не спорю. Там он может что-то сделать. Но как вот в ближнем бою? Сейчас заклинаху, да? Нет? Что-то у него там, по-моему, слишком часто стало активироваться что-то. Трындец. Победа и довольный такой. Ты заметил, у него стало, видите ли, активироваться все, что можно. То есть у меня этого нету, мои перки не срабатывают, а на нем там все висит. Я не успокоюсь. Сегодня будет день мясника, ребят, я его буду сегодня кромсать. Рано или поздно я его должен выиграть. Он меня уже достал. Я боюсь просто представить, что будет со вдовой. Или кто там у нас. Не надо. Поехали. Видишь, он почему-то... Вот первый раунд довольно простенький получается по всем параметрам, как ни крути. Он ничего там особого не делает. Просто изображает из себя дурачка, так скажем. Но на втором же раунде он начинает активироваться, ну, просто жестко. Да ладно, второй раунд еще бог с ним. Но вот на третьем, согласись. Вот что вот он вытворяет. Дичь. Почему-то он сейчас пускал огонь. В первом раунде, вспомни, он выпускал теневую энергию. В виде, ну, тени. Ну как же так-то? Ну хорош, ну... Ну давай уничтожим тебя, ё-моё. Все, первый раунд опять за нами. Ждем активации на втором раунде. Тут ничего не попишешь с этим. Но не надо, вот. Больше всего ненавижу, когда он начинает вот эту вот комбинацию прописывать. Вот зря. Вот зря, сейчас вот. Вот звезданет тебе сейчас этим тесаком в голову, и все, и... И мало не покажется. Ну-ка. Окей. Что-то он тут опять начал хандрить. Но это ненадолго, поверь мне. Сейчас что-нибудь придумает, да? Нет, закололи мы его. Окей. Использую всего лишь один удар, друзья мои. Просто использую сай. Тут, мне кажется, нет смысла крутиться ногами, там еще что-нибудь. Вот, видишь, что он собирался? И вот так вот бомбить его. Поехали. Окей. Ну, бросочек. И ушатал. Не понимаю, делал все то же самое. Нет, ну я, конечно, там хотел немножко схитрить. Но практически ничем не отличалось от двух первых боев. И вот он тут начинает. Начинается у него как-то вот пробивать, он меня быстрее стал. Кровотечение повесило, друзья мои. Это что-то с чем-то. Это в коем-то веке, друзья мои. Кто-то мне говорил, не стоило тебе убивать мясника из этих тесаков, потому что чего-то там не будет срабатываться.
на последнем боссе. Но тесаки я, главное, получил, друзья мои. Пускай он отдыхает. Оса принимает мой вызов. Ну что, пойдем за осой теперь. Ой, оса это тоже, а? Как сейчас вспомню, друзья мои, что она вытворяет. Летающая бабочка наша. Хилочка, да? Посмотрим. Блин, у нее еще это копьишко. Ну зачем ты так, Рей? О! Ну да, конечно. Все, может, хватит уже? Радость моя. Пора тебе, наверное, познать всю мощь моих сай. Ну, замечательно. Не надо. Не надо вот эти вот выкрутасы тут делать, пожалуйста. Так, огонь, 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 огонь. Закололи? Ну, почти. Осталось тут удар нанести. Все, друзья мои. Первый раунд за нами. Ждем активации стрекозы. Поехали. Нет, родная. Будем ее ждать. Ага, хотела к стеночке. Блин, неужели успеет? Успела, успела, стервоза. Успеть должен, успел, ребят. Так, ну. Вставай, вставай, я еще не закончил. Да блин! Что ты делаешь, Рэй? Сейчас доиграемся с тобой, а? Активация. Уходит, уходит. Поехали. Зря. Ладно, поехали. Нет! Нельзя подпускать, ребят, есть. Я просто думал, что это от стенки опять сиганет и все. Так, давай, у нас с тобой. Ох, хорошо. Ну, бросок ты будешь делать? Вот. Продолжаем. Упадет? Активируем. Нормуль. Ну, отлично. Ребят, главное не хандрить. Так, ну что, пробиваем ее? Что? Все. Друзья, ну я тебе скажу, ну оса вообще ни о чем. Че это? Вообще, по сравнению даже с тем же самым мясником, я ее расколбасил за 3 секи. Ну ты только что сам видел. При тебе же все это было. Да. Ну вот со вдовой, блин. Мне и так-то было с ней тяжко бомбиться. Так, что у нас там с тобой по оружию-то? Дай-ка гляну-то. Ох. Тесаки мясника, они что, круче, чем саи? Слушай, этого я не знал. Даже это нагината осы круче, ты прикинь? Так, у нас какой уровень-то? 31, да? То есть, мне либо тесаки брать с кровотечением, да? Либо это, но мне вот, например, нравятся мои саи. Броня у нас с тобой, темная броня Дарк Вейдера. Но тут уже, конечно, есть покруче плюшки. Давай попробуем с тобой забомбить вдову. Как говорится, разберемся со старыми проблемами. Блин, сейчас я представляю, что будет твориться тут. Опять она будет своими веерами. Она и так-то сложная, блин, была. Хотя кто-то мне написал. Фу, я уже думал с одного удара, думал, что там с хп-хами. Она и так-то, ребята, как бы тебе сказать. Ну да, естественно, естественно. Упс, я даже не успел крутануться. Вот сволочь, а. Тогда ее чисто вот этим вот ударом, ребята, заколупал ее. Ну как, в принципе, и осу. Ничего другого не придумал. Не надо. Вот нафига я вот это стал делать? Дуралей вонючий, а? Ну теперь еще и в рукопашку. Хотя в рукопашку мы наносим урона ей, блин, я не знаю, больше в разы. Но, может, хватит уже, а? Вот старая вдова, старая кошелка, а? Вот юлит, а? На. На-ка себе. Еще разок. Блин, я думал, что я ее смогу бросить, но нет.
Выбила мне Сая, как-то умудрилась. Быстренько так сделала, да? Конечно же, надо подпрыгнуть. И по ногам, и так. А я ничего не могу сделать. Вроде Сая очень быстрый вид оружия. И я просто не успеваю ничего сделать. Иди, говнюха отсюда мелкая. Никаких вееров. Закончены пляски с бубнами. Зашибись. Бьет в лицо, потом нижний удар. Как он успевает сделать два удара за секунду? У меня такого не прокатывает, ребята. Не прокатывает. Ладно, в принципе, с ней. Что с ней? Как мы ее? Еще разок попробуем, наверное. Оружие меня тут нет, нет смысла. На мяснике ты заметил, когда мы с тобой дрались, да, с мясником, срабатывали мои перки. Здесь же ни шишарики у нее не срабатывают. Я не понимаю, почему. У нее срабатывает вот этот вот вампиризм. Че хочешь. У меня же шиш с маслом. Бросок она делает сразу почему-то. Вместо того, чтобы мой персонаж сделал бросок, да? Она делает его. Причем все это так легко и безмятежно у нее получается. Многие говорят, Рейн, не матерись. Да как тут, блин, не материться, ребята? Когда вот такой трэш творится, блин. Вот как? Все-то у нее получается, все-то она может, все-то она успевает. Я делаю перескок, она валяется на земле, она успевает встать и успевает мне удар сделать. Ну как это может быть, ребят? Ну по логике ты не должна так быстро вставать, чтобы нанести мне удар, блин. Я не могу ничего сделать, блин, она ударами ногами меня просто пинает рядом с собой, ну. Не, ребят, тут трындец, просто трындец, вот и все, что я могу тебе сказать. Ни грамульки справедливости. Ни грамулечки. Вообще. Она блокирует все, блин, у меня. Все у нее срабатывает, все у нее как у нормальных, да? Я даже первую стадию не могу пройти, ребят. Я уже молчу про вторую. И про третью, естественно, тоже. Раньше думал, что... Вот, надо же, пошло, поехало. Это, наверное, искусственный интеллект, алгоритм решил. Блин, дай-ка я, думаю, ему поддамся маленечко, да? Пока есть возможность. Чтобы он тут не запаниковал. Че, опять трэш пошел, что ли? Ну, естественно. Вот он решил так вот сделать. Просто в конце взять и бомбануть меня. Ой, ладно, ребят, пойдемте. Сёгун ждет все-таки. Со вдовой потом уже будем разбираться. Безумно. Окей. Так, это у нас коготь. Со своими серпами. Я не могу понять, что там делают люди, замороженные во льдах. Что за трэш? Да что ты? Родной! Нет, смотри-ка, парень вообще потерял совесть. Мне кажется, я кое-что понимаю, ребят. По-моему, наше оружие уже слабовато стало. Ну да, если смотреть по всем канонам, мы стали немножечко слабее. Оу! Вот так вот, я только и успел крикнуть «Оу!», как мои потрошки разлетелись по полу. Иди ты нафиг. Ну-ка. Ну, естественно. Как они все успевают? Как у них все, ребят, просчитано, а? Вот это вот меня просто дико убивает. Смотри, я делаю этот. Он именно знает, где встать, как ударить. Все, у него все удары попадают. Все удары. Я в блок, а они прям в тело. Они в мясо бомбят. Знает, куда отойти нужно в нужный момент. Еще будут говорить мне тут про какую-то справедливость. Ага. Конечно, блин, справедливость. Так, у нас с тобой есть деньги, да? Есть. Пойдем-ка приоденемся чуть-чуть. У нас лямчик с тобой денег. Приоденемся. Что мы с тобой можем купить? Давай посмотрим по шлему. Шлем 31 уровня. Можем вот такой взять.
Давай возьмем вот такой с тобой. Я не буду тратить гемы, это бесполезно. Шлем, к тому же, у нас с тобой не очень кайфовый был. Пускай будет этот. Так, по костюму. На 31 уровень берем. Вот так вот я буду выглядеть. По оружию можно будет взять потом, наверное, вот эту вот нагинату осы. Я думаю, не пожалеем с тобой, если мы возьмем именно нагинату. И погнали. Я этого когтя сейчас просто разорву в хлам. Просто я его обязан разорвать в хламину, понимаешь? Но... Да, в хламину. В хламину, это, ребят... Что ты делаешь-то, эй? Ты... Вот твареныш, а? Но... Мои удары ногами не работают здесь, ни шиша. Так, надо же, сработал. А бросок-то будет работать, нет? Как ты все, сволочь, успеваешь, а? И увернуться, и вблизи сюрик как-то успеть зарядить. Ну да, конечно. Ага. Погнали, ребята. Неужели, неужели начало работать? Сейчас бац, какой-нибудь супер удар там магии, я лежу. Ладно, первый раунд за нами. Но расслабляться еще рано, ты понимаешь об этом, да? Так, погнали. Вот удивляет меня просто. Я когда лежу, встаю с земли, я не успеваю, ребята, ни перекат сделать, ничего, чтобы как-то, ну, увернуться от их заклинаний. Он просто хоба с точки встал и покатился уже. Катись отсюда, колбаской, уродец. Вот смотри, сейчас я попробую его, ребята, уложить на землю и сразу применить заклинание. Вот смотри, а, мы его уже убили. Хотел протестировать. Как же он такой шустрый, быстрый все это делает. А, у нас безумно, нам нужно еще пройти одну стадию, да, чтобы мы с тобой что-то там открыли. Ну что, возьмем с тобой? 760, сколько тут... Ну да, я думаю, нагинату надо брать, друзья мои. Нагинату надо брать. Окей. Так, ну что же. У нас с тобой... Ну да, только здесь безумно. И против нас тесак. Ну слушай, я думаю, тесака мы с тобой с помощью нагината, наверное, нагнем, наклоним. Надеюсь, проверим. Проверил, блин. Ты будешь? Что ты делаешь? Ну-ка. Опа. Опа. Так. Надо же, он попал еще по мне, зараза, а. Поехали. Так. Так. И просто теперь будем его колоть. Как орех. Орешек. Колол орешки когда-нибудь? Ну вот. Сейчас меня тут, по-моему, расколят. Нет, я успел. Но все равно, друзья мои, удары у него мощные, у этого тесака. И нагината это... Мне все-таки больше нравится, как бьет Магари Яри. Или просто Яри. Вот без вот этих вот выпендрежей. Ты понимаешь, да, наверное, к чему я? Вот этот размах, вот этот вот никчемный. Вот эта вот нелепая комбинация. Она мне не особо нравится. У Магари Яри все-таки вот как-то вот он бьет тройным вперед, так и бьет. А этот что-то махнет, там подмахнет, здесь подмахнет. В результате 3 секунды он уже... Я вспомнил, чем все закончилось. Вернемся к моей истории. Ага, друзья мои, старые раны, да? Всего 2 уровня, а почему так мало? Сложно. Хорошо, давай зайдем. Магическая сфера свела князя с ума. Он обрел невероятную силу, которая грозила погубить нас всех. Я не мог этого допустить. История сенсея, часть 6. Чудовище. Вот и ты, мой верный друг. Смотри, справедливость вновь торжествует. Сёгун предан мне, словно пес. Его разум принадлежит мне.
Слабак, ты не годишься даже в шуты при дворе моего повелителя. Я сокрушу тебя одним ударом. Так, друзья мои, вот сейчас мы и посмотрим на молодого Сёгуна. Я хотя бы буду приблизительно знать, что мне ждать. Так, он с катаной. Хорош. Ах ты. Поехали. Угу, а если так? Почесали. Блин, почесали. Да чтоб тебя, блин, тут, наверное, надо, ребята. Что-то я не могу понять. Ничего такого в нем нету, но я почему-то как-то немножко фейлюсь. Слушай, ты успокоишься, блин, у него слишком длинная катана. Моя не достает до него, блин. Мой меч. Просто не дотягиваюсь. Твою налево. Что ты вытворяешь? Так, валяйся. Ага. Здоровски. У него, оказывается, на поглощение брони. Ой, на поглощение урона броня заточена. Не все так просто, друзья мои. Не все так просто. Ну, ты понимаешь, да? Это как и с тенью, то есть как и с боссом. Здесь ничего не влияет, ни броня, ни оружие. Тут чисто ловкость. Ловкость и сноровка. Два раунда нам надо с тобой как-то вот... Ну, офигеть, блин, с поглощением-то урона и дурак сыграет, верно? Я не удивлюсь, если у него еще какой-то матхил будет. Ага. Вот сейчас хорошо он попал, да? Но опять же. Опять же поглощение урона, ребят. Поехали. Опа. Да что ты? Ты видел, сколько у него поглощухи там? Ну, удар-то нанеси. Да, отлично, ребята. Первый раунд за нами. Так, это значит Сёгун. Потом будет еще и князь в конце самом, я так понимаю. Так, а сейчас он будет активироваться. Он должен активироваться. Пинка мне дал. Не, ну так вот нечестно, ребят. С поглощухой, ну так и дурак сыграет. Ать. Ну, началось. Фига, ты видел у него комбинацию сейчас? Что? Что это было, блин? Трындец, ты уж извини меня, но... Такого я вообще не ждал. У него поглощение... Ты прикинь, у него поглощение урона и на шлеме, и на броне. Вот замучишься его сейчас пробивать, просто замучишься, ребят. Серия, конечно, замечательная, ударов у него. И называется «Фиг пробьешь его», да? Так, предположим. Блин, ну это, конечно, с поглощением. Это трындец. Ну он просто достанет меня, ребят. Точнее, я его не смогу просто пробить. У него что, не удар, так поглощение идет? Ну вот как вот быть, а? Трындец. Ну ты посмотри. Ну все, тут я трупец. Куда ни шлепни его, ребята, у него поглощение. Куда ни ударь, у него поглощение. Как быть? Плюс у него магия есть. У меня нету ничего такого. Шут гороховый, а? Ладно, поехали. Тут хорошо получилось, тут не поспоришь, ребят. Начинается, да? Поехали. Ага, я все-таки успел, я опередил, ребят, его. Ну? Да и ты твой накручен там делает? Магари яри свое?
Хорошо, первый раунд за нами, довольно неплохо. Но он сейчас активируется. Мы все прекрасно это знаем. Поглощу свою, Врубает и все, и хоть ты тут тресни. Да что ты делаешь, блин, тень. Ой, тень, это ж сенсей. Болван, блин. Ну нафига ты, блин, вот эту херню свою делаешь, блин. Я, блин, фигею, ребят, с этого дурдома. Фейлится просто на пустом месте. И этот еще с своей херней, блин. Ну ты понял, о чем я, да? Трындец. Все четко сделал. Все прям вот идеальный. Вот бой, блин, сделал. Придурок этот. Сёгановский. Прям не подкопаться к нему, да? Тут смотри. Молодец, ёпрсты. Вот что это было, оказывается. Вот в прошлый раз он меня вот этой вот фигней и уничтожил. Слушай, да пошел ты, блин, кози в трещину. Ты уже достал меня, блин. Твою налево, Ну все, да, сейчас мне, ребята, ушатает он. Я не могу его ни пробить, ничего. У него эта защита эта дурацкая, блин. Поглощение. Ну, бросок сделаешь ты? Да, конечно, как... что он там сделает? Все, да? Нет. Опять увернулся. Да ё-моё, ну добей ты его. Что? Есть! Твою ж налево. Ребят, ну это просто, я не знаю, чудо какое-то в перьях. Да, ничего даже не стал говорить мне. Странно. Так, стадия 2 из 2. Почему тут уже невозможно? Так, ну у меня финансики есть, в принципе, ребят. Мы можем... можем приодеться маленечко. Чуть-чуть буквально, капелюшку, да? И это будет у нас броня. Нет, подожди, зачем броня? У нас заклинахи. Заклинахи. Водяной шар. Купим. Так, а можно мне мою... Слушай, а зачем я делаю, если я скоро получу уровень? И надо будет опять все заново покупать? Нет, пока мы с тобой на этом остановимся и просто сделаем на турнире какого-нибудь врага. А это у нас кто? Это вор. Это у нас вор с катарами. А я с кем? А я с этой. Ну, я думаю, что я его смогу пронзить. Ой, урон отличный, поэтому все четенько должно быть. Поехали. Бросочек. Ну, бросок, конечно, ожидалось бы, конечно, побольше, чтобы наносил урона. Так, пора сжечь его. Что-то водяной пузырь как-то... да хорош уже. Ой. Слушай, мне напоминают эти когти, знаешь чего? Нашего этого... нашу рысь. Именно такие же удары. Да? Так, ну ладно, первый раунд за нами. В общем, неплохо мы с тобой сыграли здесь. Давай попробуем дальше наказать этого вора. Но мне кажется, у нас получится. Сейчас он выпрыгнет. Если мы комбинацию... дурацкая комбинация, не получилось маленечко. Ну да, ничего страшного. После этого поединка у нас должен быть с тобой новый уровень быть. Надеюсь на это. Давай проверим. Да, неплохо. Ты получил новый уровень. 32-й. Так, это что у нас такое? Новое, ребята. 10% шанс увеличить восстановление магии на 100% от успешной атаки без оружия. Бред. При полной зарядке магии 5 успешных атак ближнего боя подряд дадут плюс 30 к урону магии на 5 секунд. Как бы тоже не особо хотелось бы. Без оружия. Ну что, ребят, давайте перегрузку выучим. Хотя на самом деле я ни то и ни то бы не хотел. Так, и у нас с тобой лямчиков. Лямчик денег. Давай что-нибудь покупать. Ага, не хватает нам на копьишко. Не хватает. А копьишка-то какого? Так, 32 уровня.
Че, копить будем с тобой, что ли? Накопишка? Серебряное копье. Я думаю, оно неплохо нам. Оу, черный буйвол. Да, бронька неплохая, ребят, но... Да что ж ценники-то такие, а? Хоть что-нибудь открылось? Турнир. Вот. Нам нужно с тобой сходить на турнир, выиграть вот эту вот гадюку. Ну и нам хватит тогда уже денег на что-то. А то там лям 200. Так, она с... Ну да. С оригами, а я с этим копишком. Упс, началось, да? Поехали. Поехали, проехали. Чё за дела-то такие? Вообще не могу по ней попасть. Ага. Давай, 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 давай. Вот так вот ей по заднице. Бросочек ей. Еще этот водяной пузырь. Окей. Давай, 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 Рэй. Жми. Пробивай салагу. Отлично. Ну что, гадюка, я знаю, второй раунд, наверное, за тобой будет. Ты любишь активный образ жизни, да, родная моя? В глазик-то я ей кольнул сейчас неплохо, согласись. Ну куда ты, роднуля? Я же еще не закончил, сладкая ты моя. Упс, сейчас как бы мне это не аукнулось, блин. Мое дурачество-то вот это вот. Ну-ка. Пузырь попал. Молочный пузырь, кисельные берега. Отлично. Так, радость, подожди, подожди, я к тебе иду. Блин. Пробивать надо тебя. Блин, в рукопашку, конечно, ребят, это трэш какой-то драться с ней. Эть, в ответочку, зашибись. И я, честно говоря, думал, что она меня сейчас добьет. Ну, она добила по-другому немножко. Ну, тебе просто повезло. Как она умудрилась выбить у меня мою нагинату, честно говоря, это вопрос. Чего? Вопрос снят с повестки дня. Ты прекрасно видел, что сейчас произошло. Просто чпок, и все, и меня как будто не было на этом фоне. Я растворился в лучах электрических ракет, ё-моё. Ну, хоро... Вот как она сейчас вот... Она не попала по мне тогда, сейчас попала. Ну, куда ты, блин? Давай, кали ее. Кали засранку эту. Кали укольчиком ей. Ага. Что, замах не можешь сделать? Я знаю. Я знаю, что ты не можешь ничего сделать. Поехали. А она просто стоит и смотрит на меня, как на дурачка. Что там выплясываешь, типа, да, парень? Бросок будем делать сегодня? Ну, хорош, хорош, хорош. Все, накрыли медным тазом ее. Так, заклинашка у нас готова. Ну, мне этот пузырь, честно, вообще не вставил. Вообще. Водяной пузырь. Это фигня какая-то, не водяной пузырь. Ну это как называется? Это называется специально, ребята, все сделано. Иди сюда. Ага. Поехали. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Колем. Делаем укольчик. По ногам. Ой, все, друзья мои. Вот и гадюка испеклась. Я сделаю из нее отличный кожаный ремень. 800, ну почти лямчик мы с тобой заработали, да? Я думаю, что сейчас мы можем себе позволить что-нибудь приобрести. Например, вот это копьишко. Да, копьишко, наверное, возьмем. Что-то у меня потянуло на копья там всякие. Так, копьишко мы с тобой взяли. Дальше нам нужно с тобой брать вот это вот. Блин, не хватает. Ага. Шлем. А, шлем-то у меня уже... Подожди, шлем-то у меня не взят. Вот рыцарский шлем тут есть. А в данный момент у меня был вот этот. Ну что, приобретаем. Так, а по заклинаниям у нас... Пузырь этот прокачивать. Ну что, до сих пор все невозможно. Подожди-ка, у Сёгуна первый, ребята, охранник открылся. И безумно. Слушай, лям 300, ну почти лям 400, я не откажусь. Капрал. А ну стой, брось оружие и подойди, чтобы я тебя видел. И тогда смерть твоя будет быстрой и легкой. Капрал, ты не оборзел ли, а? Сколько у тебя охранников-то тут? Ух ты, он с этой что ли?
С Магари Яри или мне кажется? Но копишка у него такое солидное. Оу, на фоне горячего классно смотрится. Так, мы оба, ребята, с ним с копьем. Не-не-не-не-не, парень, не надо. Поехали. Слушай, мне нравится это серебряное копье. Вот это я называю комбо. Видишь, никаких лишних дерганий. Вот бьет вперед и бьет. А если комбо делать, прописывает, смотри, он делает раз, два и третью атаку. Вот так вот, понял? На перфект. Блин, еще музон такой. Заводящая машина смерти. Поехали. Ну вот, вот это совсем, ребят, другое, блин, дело. А давай так вот, мыльным пузырем его. Пузырь, конечно, это... У него что-то типа, да, ребята, типа моего удара. Так, он меня опередил. Это плохо. Ему, ребята, просто здесь повезло. Я начал кашлять, ну, чтобы это все, как говорится, не записывать. Нажал на паузу, и он мне сделал бросок. Так что, ого! Что он там хотел сделать, ребята? Ну, явно не поздравить меня с Новым годом. Хотел... Он что, оружие потерял? А у меня нет слов. У меня, ребята, просто нет слов. Мне, знаешь, что больше взбесило? Он буквально секунду назад применял магию, я ему сбил. Прошло 2-3 удара, он опять применяет. Это что, это, хочешь сказать, не читерство? Ну что, пошло, поехал, что ли? Поехали. Блин, у меня первый раунд так хорошо пошел, да, с ним? Вот. Нет, конечно, может быть, можно еще подкачаться маленечко, чуть-чуть. Да кто бьет-то? Блин, я смотрю на... Блин, вот это я лопухнулся сейчас. Я просто не туда смотрел. Хорош, дядя. Капрал. Ну! Эть! Не успели, да? Успел, я успел, ребята. Да куда ты прыгаешь, дебилой, да кусок? Все, все, нормуль. Блин, еще музыка такая, еще и фон, все горит, все пылает, блин, такое, знаешь, страшное зрелище. Страшное зрелище, не надо. Я не хочу, ребята, ему давать шанса, как тебе сказать, использовать заклинаху. Бросок, это, конечно, детский лепет сейчас был. Давай добивать его, в конце концов, уже пора бы. Уже пора, все, ребят, капралушка отдыхает. Неплохо, неплохо мы с тобой тут выручили, почти 1,5 миллиончика. Я узнал вас, князь. Не может быть, вы живы, глазам не верю. Клянусь, я никому не скажу, что видел вас. Чего? Занятно, он думает, что ты какой-то князь. Не грех будет этим воспользоваться. Слушай, прикинь, у нас будет сенсей князем, да? Это будет вообще нечто. Да нет, такого быть не может. Как он может быть князем, если он обучал тень? Не-не-не, это не то, не то. Что-то он просто переглючил на чувака. Слишком много я ему там навтыкал люлей, и его переклинило. Так, ну что? Нам нужно с тобой купить броньку. Ну вот, теперь я выгляжу как нормальный воин. Ну вот это, конечно, меня вообще расстроило. Ну астероид, я думаю, тоже не лучше. Так. Ну кто у нас там следующий-то хочет? А звездюлица-то? Ага, сложно. Поехали. 884 тысячи на кону. У нас дядя Гром. Ну и, конечно же, я. Я со своим копьишком, а он со своей супер-пупер-мега-булавой. А он выглядит как шут какой-то. Хорош, может, тут уже бросать свою фигню. Ой-ой-ой. Ну-ка, ся. Давай, мы еще не закончили с тобой, дядя. Ага. Куда ты? Да чтоб тебя. Я жду, жду. Ха. Может, хватит уже? Блин, как он меня достал, а? Крутится, вертится, блин, шар голубой. Ну, может, хватит уже? Отдохни чуть-чуть. На тебе подсечку. Засранец такой. Ну что, ребята, первый раунд за нами.
Я тебе еще раз говорю, не люблю, ненавижу тяжелое оружие. Тяжелое оружие, тяжелые мечи и все прочее. Вот именно из-за того, что они вот так вот бьют. Как вот начинается вот этот комбо. И фиг ты что сделаешь, пока оно не закончится. Но единственный, да, могу сказать нюанс. Если ты попадаешь этим оружием, то мозги твои вылетают просто напрочь, насквозь. Просто на вылет. Ну, как видишь, вот тебе гром показатель. Разобрал, даже не поморщился. Копьем так вообще на изи. Так, испытание разблокировано. Спасибо тебе большое. Так, инвертированное управление. Блин, это то есть, если не ошибаюсь, это все наоборот, да? Перемещение перевернуто. Зашибись. То есть это вперед, это назад, назад, это вперед. И дали мне этого... Старик, ты еще здесь, что ли? Ё-моё. Я уж думал, ты давно там где-нибудь на пенсии сидишь. Блин. Ладно, проверим. Ну хорош, дедуля, блин. Нет, ну пока вроде бы... Ага, поменялось. Зашибись, вовремя, блин. Блин, трындец, мне выбили... Выбили, ребят, оружие. Все вот этот старый хмырь, блин. Давай-ка, пузырем его. Не. Чушь собачья. Без оружия драться с ним. Причем оно меняется в самый... Вот, вот сейчас вот оно поменялось. Зашибись. Да что ты... Блин, это что вы сделать? Понятно, ребята. Ну это очень сложно привыкнуть, если честно. Мне бы хотя бы... Мне хотя бы как-то, я не знаю, сравнять счет для начала, что ли. Так, тихо. Вот если мы его сейчас прижучим здесь. Ну, есть, хотя бы сравняли счет. Отлично, ребята. Ну, с этим управлением я даже лучше не буду его трогать. Лучше буду просто стоять на месте и бить копьем. Так, наверное, больше шансов все-таки выжить, чем когда ты начинаешь тут что-то химичить. Ну хорош, дядя, ё-моё. Старик, ты достал, а? Старик и море. Да. Просто разочек бы его уронить, чтобы заклинаху применить. Но не меня же уронить-то, придурок, блин. Ну это действительно, ребята, сложно, когда управление меняется. Вверх это вниз, вниз это вверх. То есть это такая дичь идет. Причем она меняется не в самом начале. Вот я, например, хочу сейчас, да, там крутануться, предположим. Дедуль, хорош уже. Вот, получилось. Отлично, давай заколем его. Так, вперед. И смотри, и опять поменялось обратно, как должно быть. То есть оно, как сказать, не на постоянку. Там с какое-то время проходит, оно хобана меняется. Тихо, 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 тихо. Есть. Я, смотри, я хотел сделать заклинаху. Он как будто вот предугадал, что я буду делать. И успел, как говорится, перепрыгнуть от нее. Вот так вот. Поэтому, ребят, я больше чем уверен, что здесь контролируется все вот это. Твои действия. Куда ты кликаешь, что ты делаешь. Так, ну что же. Мы с тобой победили старика. Дальше у нас идет невозможно. У нас 1 600 000 бабла. Безумно. Безумно, конечно. Так, ну что. Наверное, нам нужно заточиться. Заточиться с тобой... В плане, я не знаю, давай, наверное, копье улучшим с тобой. Самое основное наше, да, что нам нужно. Потом, конечно, пойдет уже и бронечка. Так, я зайду, ребята, хочу просто глянуть, кто у сенсея здесь последний босс. Остановись, князь, посмотри вокруг. Эта сфера питается твоей яростью. Она превращает тебя в чудовище. Ты тоже хочешь забрать мой трон, старик? Он принадлежит мне по...
праву рождения. Никто не заберет его. То есть мы деремся с тобой с князем безумным. Что ж ты будешь делать, а, князь? Ребята, а в оригинальной версии тоже будет князь, да? Ух ты. Стопэ. Блин, я даже попасть не могу по нему. Так. Неплохо. Ага. Чем-то мне напоминает Иту в третьей части. Херакс тебе. Попробуем. Есть контакт. Тихо-тихо-тихо. Блин. Он очень-очень ловкий. Блин, он вообще ловкий. Он восстановил себе все здоровье. Вы что, серьезно, блин? Да пошел ты в задницу. Он все здоровье себе восстановил, блин. Что я у него там пыхтел, полчаса отнимал. Херею, блин. Ну-ка, давай попробуем. Окей. У него это еще на магию стоит вся фигня. Значит, мне кажется, он будет использовать заклинание. Ну-ка. Ать, подрезал. И опять свой вампиризм этот врубил, а? Нет! Да. Жестко. Очень жестко. Фига ты, дядя, даешь, а? Хо. Безумный князь, блин. Причем начало такое... Начало такое, хотел сказать, великолепное, ага. Вообще ничего не даю сделать, прикинь, вообще ничего не могу сделать. Ни одного удара не нанес ему. Что-то пытался, он мне просто, знаешь, как ребенка расписал. Нахлобучил, вот и все. А начинается так шустренько, да? Вроде кажется такой ватой, князь этот. И потом на тебе, такие кренделя начинают выплесывать здесь. Вот посмотри. Ну ты смотри, вообще ничего. Любое мое действие уже опережается, блин, хрен знает на сколько. Ну как это, блин? Жопа полная. Еще попытка. Да просто ничего не могу сделать. Замах, тебе удар в харю. Пригнуться, тебе удар снизу. Я офигею, блин. Вот радоваться, ребята, рано. Че ты? Это такое прослабление тебе дают. Ну вот смотри, блин. О, у меня еще и оружие выбили. Не, ребят, это финиш какой-то просто. Он как бы ничего такого. Как бы ничего такого не делает. Заурядного. Но у него как-то вот удары именно точно направленные, понимаешь? Не абы что. И абы куда. Прыгает там и пляшет, блин. Он именно вот если отходит, он отходит именно на то расстояние, зная, куда ты подойдешь, чтобы сделать определенный удар и нанести тебе офигенно много дамага. Понимаешь? Просто. Ну, смотри. Ну, чё ты? Ну, ты посмотри, что творит, а? Да, ребята. Это какой-то... Какая-то дичь. Ну, да. Я его просто заманаюсь убивать в плане того, что он восстанавливает себе. Он чуть ли не удар у него вампирик. Чуть ли не удар у него вампирик. Он себе восстанавливает хп за 3 секунды. То, что я тут минуту пытаюсь уничтожить у него, он просто с удара все это восстанавливает. Смотри, у него все заточено на магию.
У него нет никакого поглощения урона. У него чисто заточка. Ты посмотри. Ну ты посмотри, что творит. Сейчас магию применит, да? Нет, Сюрик. Трындец. Я уже просто боюсь лишний раз пригнуться. Жопа какая. Все, хана. Он, видишь, подловил меня, подождал. Он делает кульбит. Потом встает на ноги и успевает сделать заклинание, а я только заканчиваю серию своих ударов. Это маразм. Это маразм, ребята. Ну, нет, не так. В тот раз я победил. Да я знаю, сенсей, это опять же мои проблемы. Я не настолько шустрый, но поверь мне, я исправлюсь. Я исправлюсь, наверное, к следующей серии. Да, ребята. Давайте, наверное, на сегодня закончим, иначе мои нервы просто к чертовой бабушке улетят. И тут будут не только, извини меня, пятиэтажные, а десятиэтажные. Ну, ты сам понял, что. Отдохнуть надо, отдохнуть. Тем более я болею. Мне простительно. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.